Современная амазонка живет в городе Жанаозене. Саним Мурат ездит верхом на лошади и при этом метко стреляет из лука. Недавно она открыла школу лучников и развивает казахский национальный вид спорта садакату. Особенностями работы с ментальным оружием девушка делится со своими учениками. Тамара Степанова подробнее. Одну неделю на вахте, другую в спортивной школе. Такой график у нефтяницы Саним Мурат. 6 лет назад девушку заинтересовала стрельба из лука. С тех пор красавица решила стать лучницей и все свободное время посвящала необычному спорту. За короткое время, овладев опасным и древним оружием, она открыла свою школу. Приспособления для стрельбы, луки, стрелы, а также всю амуницию в основном она заказывает в Турции. Современные луки сильно отличаются от своих старинных аналогов, но сам принцип их работы остается актуальным и в наше время. Стрельба из лука – это целое искусство. Натянуть тетиву непросто, требуется приличная сила, задействовано все тело. Нужно тренироваться по несколько часов в день, чтобы добиться попадания в яблочко. Цель Саним – развивать национальный вид спорта садакату и вырастить чемпиона из Мангыстау. Сейчас в школе лучников больше 50 учеников. Возраст разный, как и виды луков, из которых учат стрелять. В дальности, точности и скорострельности важны любые нюансы, даже оперение на стрелах. Правильно распределив вес ног, начинающий лучник учится стойке. Важно, чтобы локоть был на уровне глаз. Чем сложнее оттягивать тетиву, тем дальше прицельность лука. Интересно, что профессиональный лучник, сидя верхом на коне, может попасть в 4 мишени за 16 секунд. Прошло 3 месяца с тех пор, как 12-летний Алихан начал заниматься стрельбой из лука. За короткое время он показал хорошие результаты и занял призовые места на городских и областных соревнованиях. Хочу в будущем быть чемпионом. Для меня пример казахские батыры Таймас, Сартай, Алпамыс. Они защищали нашу землю и воевали за нас. Я стал намного сильнее, когда стал заниматься спортом. Искусство стрельбы из лука научило меня быть внимательным, настойчивым, сосредоточенным и терпеливым. 2 дня в неделю Саним Мурат и ее ученики проводят в спортзале. 1 день тренируются на ипподроме. В планах лучницы открыть аналогичную школу в соседнем селе Жетыбай. Тамара Степанова, Саламат Бикбаев, Мангыстауская область, Хабар 24.